Центра, оркестр Зубина Мета, но к нему в этот вечер приехал из Сан-Франциско дирижер Дэниел Кейн. Ну, это еще помимо того, что он дирижер, он еще прекрасный актер, он там показывает, как разные дирижеры дирижируют, всякой всячины, и вдруг объявляет номер. Николай Андреевич Римский-Корсаков, полет шмеля. И он выходит с мухобойкой. И каждый жест он выдавал, значит, что он говорил, оттуда, отсюда. Это было действительно очень смешно, поэтому я и ждала, думаю, что же вы придумаете? Римский-Корсаков, полет шмеля.